Исаак. Вау, ты говно. Нет. Ты меня пристрелил? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и это Friday Night Funkin' против Нонсенс. Нонсенс вообще в переводе с английского это типа бредятина, я так понимаю, да? Ну, в общем, вот она бредятина, понимаете, смотрит на нас. В общем-то, мне этот мод рекомендовал уже далеко не один человек. Он только вот недавно вышел, и вы пишете, что это что-то крутое. Давайте посмотрим. Ставьте лайк обязательно, особенно те, кто рекомендовали. Да и все остальные тоже ставьте лайк прямо сейчас этому видео, кому интересно. Жмите колокольчик, подписывайтесь на все уведомления, там их все подключайте. И на канал тоже подписывайтесь. Красную кнопочку подписаться жмите. Мы начинаем. Предупреждение. Ты же рабас. Спасибо. На самом деле, ты очень далек от истины, автор, в моем случае. Какого? Окей. Да. Бойфренд уже решил вообще не мелочиться с просьбами о рэп-батле. Он просто подходит и говорит: у тебя нет выбора. Предложение, от которого не отказываются. Так, играем мы на харде. У нас 4 песни тут. Пока что я справляюсь. Сзади Амогус. Амогус сзади, понимаете, так, Амогусит. Очень-очень подозрительное у тебя говно там стоит возле полки, ты в курсе? Так, ну, товарищ Нонсенс поет, распевает, это все понятно. Так, давайте немножко послушаем. Что у нас тут за мелодия вообще? Миленько, миленько, не дурненько. Но она только развивается. Сейчас, по-моему, пойдут какие-то новые, мне кажется, ритмические рисунки. Так, Girlfriend, как всегда, в восторге. Она любит абсолютно всю музыку практически. Так. Ага. Представляю себе вообще удивление этого парня. Сидишь себе, чилишь у себя дома, и залетает вот это вот со стволом. Давай, говорит, петь. Охренеть, конечно. Так. Ага. Ну, тут достаточно легкая песня. Я практически все стрелочки беру. Ничего сложного нет. Но это только первый трек, ребят. Что будет дальше, мы не знаем. Так. Ага. Ой-ой-ой, что-то. Что-то вот тут в конце подвсрали немножко. Там его кепка, по-моему, этого Луиджи из Супер Марио сбоку, мне кажется, нет? Вау. Так. Вау, говорит. Неплохо. Хочешь еще? Бип. Ну, конечно. То есть, ты так еще, парень-то дружелюбно настроен. Тебе вообще-то стену в доме сломали. Тебе вообще-то в доме сломались. Кстати, он уже убрал ствол. А че это бойфренд ствол убрал? Бойфренд, давай! Доставай. Со стволом было веселее, да. Так. Ага. Так, ну, слушайте. В общем, я вам что скажу. Парень выбрал правильную тактику, на самом деле. Парень вот этот Нонсенс, он не глуп. Он понимает, что лучше не шутить с больными музыкальными маньяками, меломаньяками, да? Которые с оружием залетают тебе в дом и начинают, значит, тебя заставлять читать рэп. Слушайте, какая-то странная музыка. Ну вот сейчас уже нет вроде бы. Но до этого была как немного странная мелодия, как мне кажется. Ага. Так. Ой. А кто там разыскивается сзади? Живым или мертвым разыскивается какой-то пес. Бедный пес. Его даже мертвым разыскивают, понимаете? Уже думаешь, вот хоть умереть спокойно, дайте, блин. Так, хорошо, прошли. Здесь тоже справились. Вау, ты говно. Нет. Ты меня пристрелил? Мне плевать. Так, ты только что танцевал этот дебильный танец, ну все, ты перешел черту, приятель. Да, лучше, конечно, тебя пристрелить. Тебя еще норм? Да, это действительно Нонсенс, ребята. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, что я могу сказать? Человек очень предан музыкальному делу. То есть тебя уже пристрелили. ты, в принципе, уже терять как бы нечего. Ты мог бы выгнать этих незваных гостей нахрен, но нет. Но нет, ты решил, что уже тогда отмочим до конца, как говорится, в музыкальном плане, да? Ой-ой-ой, бойфренд потеет что-то. Чё, бойфренд, тяжко стало, да? Нонсенс-то это самое. Яйки все нарастил, да вперед, да погнали, как говорится. Голос-то прорезался у Нонсенса-то, у товарища. Что будет на 4-м треке, мне интересно? 4 песни. Так. Ага. Да блин, да что такое? Я не могу попасть. О, хорошо. Так, слушай, ну ты, конечно, злой. Ты, конечно, злой. Еще бы. Еще бы, станцевали такой ужасный танец при нем. Это же ужас, на самом деле. Да. Ну и пристрелили еще слегка. Слегка еще пристрелили. Медицинские счета чуть-чуть надо будет оплатить в огромном размере. И не умереть еще. Да, тоже такая вот деталь. Тоже было бы желательно не умереть еще. А так все нормально. Так. Ох, нифига там, короче, эффекты-то пошли. Майкл Бей подключается со своей кинокамерой. Все отлично. А где твоя рожа? Ой-ой-ой-ой-ой. Чё это было сейчас? Это кто? Вы вообще к кому пришли, придурки? Вы хоть узнавайте, к кому вы пришли. Вау. Я не знал, что я так умею. Чувак, никто не знал. Никто не знал, что ты так умеешь. Так, поехали. А, ну да. Как же мы будем это проходить, ребята? Я прям даже не знаю. Нифига он там. Нифига его там прет. Товарищи Нонсенс. А можно я что-нибудь уже спою, пожалуйста? Походу, я могу расслабиться, да? Нафиг, он сам все сделает. Он все сделает сам, этот товарищ. Я реально всрал. Поздравляем, ты сдох. Сделан идиот. Я целый месяц сделал, потому что не знал, как кодировать. Это конец, я полагаю, слов. Так, подождите, а если бы я не всрал эту ноту? Ну, давайте я сейчас выйду, короче, и просто я проверю, умру я или нет. Я всрал эту ноту дебильную в конце. Блин, так ее... Серьезно, мне все перепроходить? Вот взял, перепрошел, сейчас посмотрим. Сейчас возьму эту стрелочку долбаную и посмотрим, что будет. Будет ли что-нибудь вообще. Так, ну он, в общем, очень тут активно зачитывает просто... Нереально просто Эминемит, Оксимиронит и прочее, да? Ну, поехали. Когда эта стрелочка долбаная будет? Сейчас пропустить ее вообще нельзя никак. Ну, никак нельзя. Давай. А, давай. Вверх и вверх. О, взял! Поздравляю, ты меня убил! Ура! Сделал идиот я. Ну, понятно, в общем. Да, все-таки это возможно оказалось. Вот так вот одна стрелочка решает, ребят. Конец, я полагаю, лол. По-моему, там какой-то кролик в конце промелькнул. В общем, да, вот он наш Нонсенс. Нонсенс побежден. Вначале я был побежден, потом Нонсенс побежден. И таким образом ничья у нас с Нонсенсом. Давай, счастливо тебе, приятель, ты прикольный чел. О, прекрасная игра говорит, что... Он мне тоже говорит счастливо, да. Он тоже со мной прощается таким интересным способом. Ну и все на этом. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. В общем-то, обязательно жмите колокольчик, подключайте все уведомления. И на этом все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.